это мой родственник, брат моей жены. А чем он занимался? Это его квартира. Это его квартира, которую у него пытаются забрать. Сколько ему років? 38. А расскажите про конфликт. На момент цієї стрілянини, що відбувалося і чому ваш брат? Як ви дізналися взагалі про цю стрілянину? Телефонний дзвінок. А хто вам зателефонував? Брат позвонив, приїхав, допомагав. Незаконно хотят взломати квартиру. Больше мне ничего не хотят. И это он, я так понимаю, выкликал патруль? Да, это мы вызвали сразу полицию, потому что незаконно хотели завладеть квартиру. Вы сейчас имеете с ним связок? Можете сейчас нет, к сожалению, сейчас нет. Я звонил уже 4 минуты. Ну давайте еще раз попробуем. Можно начинать? Мы не против открыть дверь, пустить полицейских. Ну, пожалуйста, пускай будет. Будет адвокат и будет законное объяснение всему происходящему. Где зараз эти люди в черном? Я не знаю, на территорию комплекса не пропускают. Заблокировали полностью. Ломают дверь, вы слышите? Ну скажите, пожалуйста, что происходит? У вас сейчас раз отбывается. Что происходит? Расскажите, пожалуйста. Ломают дверь. Просят. Чому вы не відчиняєте двери? Физически не может открыть, потому что дверь заблокировали. Ее когда ломали, он физически не может ее открыть. Вы это поведомили полиции или нет? Это пресса, расскажите. Мы журналисты, расскажите, пожалуйста, что случилось? Что там происходит сейчас на радио? Адвоката не пускают. То зараз полиция вас не чує, вона не чує, що вас... Ну, они просто штурмуют. А скажи, пожалуйста... Ребята, остановите! Приехали адвоката! Что сделали? А скажи, пожалуйста, кого вы стреляли? Как вы стреляли? Что трапилось взагалі? Скільки вас кажуть, я так понимаю, все.